Доброго времени суток, с вами Колгот, и по многочисленным просьбам зрителей я продолжаю Sims 2. Почему я так долго его не делал? Конечно же от того, что мне плавятся мозги от жары. Мне реально лень делать все на такой жаре. Вот сейчас я утром проснулся спокойненько в 9 часов, и вот сел за компьютер, открыл окно, и все нормально, прохладненько. Так что я согласен делать летсплей. А то меня уже надоели вопросы, когда будет Sims 2. Я, конечно, могу нормально ответить на вопрос, будет ли Sims 2, а вот когда, я не знаю. Я сам не знал, когда мне приспичит сделать Sims 2. Ну вот. Это свершилось, и мы продолжаем сериал 3,5 человека. Такая вся спокойная, расслабляющая музыка. И внезапно пауза! Так, что там у них было, я не помню, ну... Вау, как котик-то открыл, ладно. Заценим там отношения, что там. Где там? Бронислав Гарсия. Кошак, конечно, там в отношениях есть, конечно, он потом на ней женится. Так, Варвара Корейка, ну да, все нормально, я все помню. Как там? Кто? Габриэл Грин. Что за Габриэл Грин, не знаю такого вообще. Что ты сказал вообще? Тут вообще бабло выросло. Собирай, поливай. И ничего больше не дерзай. Ну вот. Типа так. Так. Витольд Адамс. Надо все вспомнить, вот. Кто с кем там дружит. Это же Ойдар. Ойдар. Ну вот. Джессик Петерсон. Ну, это Ксения Собчак, я не знаю. Может, кого-нибудь другого надо выбрать. Да женить бы. Сразу такие планы далекие, да. Ну, конечно, Ульяна Шпис, но нет, стоп. Там у Александра Пингас тоже есть Ульяна Шпис, я поэтому... Не тот Адамс, вот. О, что ты там все исполнил. Молодец, подержи кошака. Только не за яйца. Так. А, кстати, хотел сказать, что я потом кошку шоколад и пингас добавил. Как раз Михаил Пудков ее просил. Вот цель счастья уже будет. Он там что-то далеко-далеко уехал куда-то. Я потом пока еще не добавлял. Потому что мне лень. Так. Видите, награда-то. Не хватает все еще. Да что ж такое? Ни у какой шоколады не хватает на это. Очков желаний и как их там называется-то. Давай, спи. Спи побыстрей, если так возможно сделать. Хочу еще, возьми меня на руки. Я даже не знаю, что делать. Ну, все лежат. Ускорение! Ну, я что-то не понял. Ну, стоит. Я не понял, в чем смысл. В чем смысл этой театральной постановки? Фу, не выходите на бис. Ну, о, кто там? Ну что там, шоколады? Сколько очков-то? Я уже давно хочу, не, 2000, ну ладно. Рано или поздно наберется. Что там играешь? Ты опять Sims 3 играешь? А ну дай мне поиграть, а. Слава богу, они там хоть Sims Media не играют, а я вообще баб заидывался. Вот так. Все вместе, кошка и два млекопитающих смотрят. А нет, стоп, кошка тоже млекопитающая. Ну, четыре млекопитающих. И одно млекопитающее намного умнее этих двух вместе взятых, да. Стоп, мучача хочет поиграть в видеоигры? Ну, там было нарисовано. Да. Дай мне из старого телевизора уничтожить мировое правительство. О, нет, очки потеряюсь. Ну, как он посмел? Как он посмел расстроить Ойдара? Ну, хоти еды дальше. Все так медленно, все так медленно. Ну, вы там все сами делаете. О, спать, ну... Может, все вместе уйдете спать наконец-то? Ой, кто там из грязни ванную? Кто там сзади? Что там? А, это Ойдар там ходит. Ну, окей, ходи. Я не против. 2 часа ночи. Чем меня так смотришь, вопросительно? 2 часа ночи, иди спать. Рэй Вильям Джонсон недоделанный.
Так, Шкалов, что знаешь, такое игры. И можешь посещать сайт на эту тему. Отлично. Сейчас зайду на caravan.ru, то есть на ugo.ru, то есть на ag.ru, да. Там на мат ему все расскажет о том, что Sims 3. Не знаю, там караванов нет, короче, и там еще домики деревянные набегают. Видите, вот этот домик деревянный. Он не набегает на другой домик, он просто стоит на месте, и там уходят люди. Это плохо. Надо еще и сюда ельфов, и кто там еще? Королевская гвардия, которая защищается от деревянных домиков. Вот. А он все там играет в свой Sims 3, хотя это по-настоящему не интерактивный тизера-трейлер. Нет, трейлер. Я хотя там геймплей не вижу, ну, вы поняли. Да чё вы там разговариваете? А. Это что за позы диковинная, не понимаю. О, молодцы! Только как-то пофиг, вы не противоположного пола. Ну, так что я могу констатировать, что вы, хотя не буду констатировать. Не, я вот не понимаю, ой, Дага, он должен есть, но он не ест, это таинственно. Так, сделать пару, подкрепиться, ну, печеньки, пяни, хоти пяни. Все, захотел пяни, молодец. Так, ну, этому жрать не надо. Это вообще спит, пусть умрет во сне, мне пофиг. О, а сучит в животе, набить холодильник продуктом, заказав их по телефону и интернету. Окей, заказываем по телефону и интернету. Да, окей, окей, хватит тут мне показывать свои изуверствования. Попроси директора позвонить в путешествие, недвижимость, бизнес. Да, что ж такое услуги, так. Служба доставки. А ну-ка не спать, сначала поешь. Так, пицца, продукты. Сейчас закажем продукты. Как раз они 4 часа утра, конечно же, к нам приедут. Притание доставки, да. И чё? А, окей. Это надо, типа, набивать холодильник продуктами. А сколько там бабла? 11 тысяч, да, надо купить что-нибудь там. Ну, что там мне просить-то? Пианино купить и... Ну, пианино. Прям самое главное в жизни, пианино купить. Я не знаю, может, Ренда отказу набрать, мне как-то пофиг. 47 миллионов, да, ладно, давайте. Главное, чтобы потом холодильник не взорвался, и из него не вся еда не разлетелась в разные стороны. И потом будет феерия, на кровать еда, и в рот, может быть, ему тоже еда попадет, на еде еда, на еде, блин, что я сегодня курил, а, нет, стоп, я еще ничего сегодня не курил и не ел, блин, хочу пирожку, о, служба доставки, так, что ты там смотришь, да, вот, поешь прямо из этой, эй, а как это? А, прям идти туда, да? Ловить. Ловить что? Да, я не могу смотреть, это что? Ловить. Светлячко! Ну, окей. Окей. Да. Долбанная служба доставки. Так, вот этот идиот проснулся. А нет, стоп, это не идиот, это же не айда, не ойдак. Забрать доставленное. Да, заправляй быстрее, а. Честно. Отлично. Проблемы, питание. Это что значит? Он... ну, съешь ее. Я каннибализм, не знаю, поддерживаю или нет. Я не пробовал есть людей. Так что я не могу вам сказать точно. Да, дорогие зрители. Ладно. Ой, Дарк Пингас, не сожрав тетку из службы доставки, все-таки донес еду. Печеньки ешь, я тебе сказал, пьяни, хоти, пьяни, и съешь кота. Не, стоп, мучачи не надо, он же мучачи. Он же потом, не знаю, мексиканс нас натравит. Ешь пьяни, короче. Да, разговаривайте, пацаны, только потом все равно вам придется поесть. Пьяни. Да, в 6 часов утра, конечно, пьяни на завтрак, это самое крутое. Я не знаю, кто завтракает в 6 часов утра. Даже колхозницы раньше встают, ну, короче, никто. Эй, шклота ты. Ты шклота, ты помой ванну, если ты умеешь. Ты умеешь? А где твое домашнее задание? Ты его вообще делал? А, ну, иди нафиг. Мне пофиг. Стоп, 3 с плюсом. О, я сначала увидел 5 с плюсом, а только 3 с плюсом. Нет. Ну где же домашка у этого идиота в луже этой... нет, не в луже. Домашка.
Ой, сделать самолетик из грязной газетки. Ура, самолетик приносит чуму. Эпично. Зато до начала зимы еще много осталось. Ух ты, кто будет сгребать листья? Ой, да, а ну-ка, сгребай листья. А не-не, жги, балалайщик, давай. А потом уже пожри. Давай, сейчас будет огненная феерия. Когда принесет на мой дом, и все сгорит. Не, я только мечтаю, что они сдохнут. Красивый спрайтовый огонь. А это что за... Заполнить? Чем заполнить, они... Вот, эй, а ну-ка, в туалет нельзя, Вот сюда сходи в туалет, понял? Искать сокровища, блин. А ямка не эстетично выглядит, поняли? Че там про астрономику, хочешь с нами говорить, я не понимаю. Ну ладно, ешь, я не против. А не, стоп, а что тут можно сделать-то? Приготовить позавтракать. Сухарик. Ровно один сухарик, это мы этим наедимся, да? Блин, только один семерон, ну ладно. Ну жри, хлопья, я не знаю. Ой, блин, лаги. Ух ты, это из лагеря того, что пришел адский из школы на автобус. Ну, эпичный лаги, конечно. Ну, давай. Алехандро, да иди туда. Давай, шоколад тоже иди. Вы все уходите. О, собачка, Бэйви. Кири Бэйви, это же автор саундтрека Халфе второй и первый тоже. А при чем тут они? Не знаю, может эту собаку с собой взять. Заполнить. Я не... Заполнить, я не помню. Собаку надо заполнять. А, не. Поприветствовать. Почему тут есть несколько вариантов прогнать? Аж два разных. Прогнать питомца. Я что, прогоню его душу, если буду прогонять обычной кнопкой? Ладно, поприветствуй его. Потом женись на нем. И сразу несколько котов. Блин, я цитил эту дерьмовую песню. Нет. Привет, собачка. Дрессировка. Ко мне место... Умри! Стоп, почему умри-то? Не знаю. Просто умри. Сквозь стену мы не можем дрессироваться, так что давайте зайдем сюда. Я тут в пижаме буду, типа, дрессировать ее. Ой, это ж Всеволод. Привет, Всеволод. Я вас путаю опять. А тут этот Ревью Джонс недоделанный, где он там? Да он же купается. Это, я услышу, что он написал тебе на голову? Не, мне реально такой звук послышался. А нет, ты его реально дрессируешь. Молодец. А можешь его потом позвать семью? Накричать, прогнать, порадовать? Не, я не знаю. Ну, короче. Собачка. Хочу всем напомнить, что чтобы быть собачки, котяга и все такое, надо иметь по себе аддон, пец. Вот. Ничего так собака выглядит. Нормально. Хотя мне больше немецкие овчарки нравятся. Ну, ладно. Порадовать. Погладить. Эту недолесси. Не умирай. Давай уже, корми. Да еще что такое, фейспал у него опять. Давай. Я, конечно, понимаю все, что тебе не нравятся собаки, но... Ну это же собака! Ой. То есть еще один член семьи. Семьи. Что такое семья? Это. Блин. Я какое-то новое слово пытался придумать, но нет. Я ее погладил. Молодец. Ну, собачка в доме, ладно, хорошо. Угости ее, молодец. Очень хорошо, молодец. Отлично. Ну и все. Пусть собачка так сидит здесь. Ну, мы продолжим в следующей части. Может быть, добавим еще кота. А может быть, это будет только поза следующей части. Короче, кошка еще одна будет. Это точно, я Михаил Пудыков обещал уже. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кулгот. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальчики вверх. Ну и до свидания. Встретимся в следующих летсплеях.